по немецки? Это есть 20. Нет, 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 всего. Сколько дней в феврале? Wie viele Tage hat der Februar? Давай, Februar hat, Februar hat 28 Tage. Скажи еще раз. Februar hat 28 Tage. Так, а сегодня какой? А сегодня какой? У нас февраль, то как? Сегодня у нас воскресенье, зонта какое? 14. Супер! Heute ist 14. Februar. Heute ist der 14. Februar. А теперь самое громко. Heute ist der 14. Februar. Сегодня 14 февраля. Heute ist der 14. Februar. Heute ist Зонтак. Хойте ист зонтак. Нет. Хойте ист зонтак. Хойте ист зонтак. Так, а еще можно что сказать, какой? Welches я? Welches я ist heute? 20. По-немецки мы в последний раз с тобой. 21. Еще раз. 2021. Да. Так, это у нас вот, покажи пальчиком. Еще раз, сегодняшний день. Покажи, да. Сегодня вот это, да? 14. 14 февруа. Ист хойте. А, когда ты была последний раз, ван вас ту летстес мал. А теперь, когда последний раз была здесь у Маши? Когда ты была последний раз? Зима. Ich war. Я была. Ich war am 7. Februar bei Маша. Покажи пальчик. Покажи, какого ты была. Ich war am letzte Mal. Ich war am 7. Februar bei Маша. Почему 7? Потому что тоже было какой день? Какой день? По каким дням мы ходим к Маше? Зонта. А следующий раз, когда ты придешь, показывай. Так, это вообще страшно загадывать. Маша, каждый раз. Если мы знаем, когда придем, тогда уже надо планировать. По факту. Мы живем по факту. Как обстоит. Да. Через год, 8 августа, вы можете в 8 утра прийти зубы лечить? Блин. Вы вообще как, вам нравится? Что я тебе говорила? Когда 8 августа. Иди сюда. Так, Валюш.